Медики Одинцовской областной больницы напоминают жителям округа о возможности добровольного прохождения медицинского осмотра. Подобное обследование проводится для лиц старше 18 лет. Молодым людям в возрасте до 39 лет врачи рекомендуют проходить профилактические осмотры ежегодно, а диспансеризацию раз в 3 года. Их главная цель – ранняя диагностика заболеваний. Отправляясь в медицинскую организацию, не забудьте взять с собой маску и перчатки, а также паспорт и полис ОМС.